у них сейчас не сама цель выиграть эти соревнования. Во-первых, в этом году в Вашингтоне будет проходить чемпионат мира. Я думаю, что это только начало будет их вообще совместной работы. Как бы, и 3 года перед Олимпийскими играми. Да, в Турине. Виктория Волчкова. Далее на наших экранах. И Вика занимает 3-е место после короткой программы. Катается под музыку старинную и осовремененную. Тоже в кои-то веки выступила как борец за выезд, а то так мягко она садилась на некоторых выездах, что казалось, что ей не то чтобы все равно, но что не хватает какой-то целеустремленности. Да, ну для Вики вообще очень важны эти соревнования, потому что здесь как бы решается ее судьба, попадает она на финал или нет. Так что, конечно, ей надо бороться за все элементы, а потом, мне кажется, перед... Все-таки перед своей публикой, перед нашими зрителями, в общем-то, очень хочется выступить хорошо. Ни одного такого проката не видел еще у Волчковой. Да, здорово, конечно. Ни одного. Молодец. Когда нужно, вот сделала она все-таки. Будем надеяться, что теперь это начнется хороший, скажем так, для нее... Толчок, начало, да. Прыжок, трамплинчик, все что угодно. Нет, во всяком случае, она хотя бы будет знать, что она это может, как бы она это делала. И, конечно, сама Вика очень довольна.
пока есть вот этот момент, что даже мы чувствуем, что она волнуется, например, при заходе на Ридбергер. Вот долго-долго думаешь, ну сейчас же слишком долго будет, и потом уже не получится. Нет, и, конечно, здорово, что вот второй Луц практически в конце программы, на последних там секундах. И здорово, молодец. Я думаю, что таким прокатом она уже обеспечивает себе место в финале Гран-при. У нее было у нее на Скейт Америке шестое незачетное, третье на Скейт Канада. Да, по идее должна, хотя по-разному складывается иногда ситуация. Тебе нравится вот эта плавность в ее прыжках? Вообще стиль прыжков? Мне вообще нравятся ее прыжки. Они, конечно, ну, смотреть на них такой высоты, эти прыжки, настолько правильно она делает. То есть вот у нее лутц, она заходит и делает лутц. Ну вот сейчас как раз показали. Кстати, я знаю даже, почему они тебе нравятся, потому что вы обе учили свои прыжки у Кудрявцева. Как бы она сейчас Коэн не обыграла? Одним голосом. Обыграла. Ну что ж, в любом случае у нас первое место есть. Ну что, поздравляем, Вика, молодец. Да, это, мы за тебя это сильно. Порадовала ты вообще нас и... Да, нет, правда, Вика, понимаешь, настолько... Это настолько всегда хороша, мы всегда от нее что-то ждем, 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 и она тут что-то не так.